Информация о работе территориального управления села Мостовское на 28 июня 2022 года. Работа территориального управления села Мостовского ведется согласно утвержденного годового плана работы на 2022 год. На сегодняшний день самым актуальным вопросом является приведение территории в соответствии с правилами благоустройства, принятой Думой Артемовского городского округа от 28.09.2017 года номер 243. Проведены субботники и учреждения, проведены в соответствии с центральной улицей, места общего пользования, проведена очистка территории памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В субботниках принимали участие жители села, ветеранская организация, работники территориального управления, МУП Мостовской ЖКХ. Собранный от субботников мусор вывозился спецавтобазой по заявкам. Проведена акарицидная обработка кладбища села Мостовского. Заключен договор с МУП Мостовского ЖКХ по содержанию сельского кладбища. Проведены работы по высадке цветочной рассады у памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, и здания территориального управления. В настоящее время ведется укос травы в местах общего пользования, пустырей и территории заброшенных домовладений. С апреля по июнь пожароопасный период была организована работа добровольной пожарной дружины села Мостовского. Было подготовлено все необходимое оборудование. Добровольцы неоднократно приходилось выезжать на пожары на подведомственной территории, а также помогать соседней территории села Шогринское. За данный период было организовано 8 пожаротушений. Применялись, значит, модуль «Спас», ранцы и подручные средства. Всего участвовало добровольцев 5 человек. В апреле МУП Мостовского ЖКХ были выполнены работы по созданию минерализованных полос в селе Мостовской и деревне Налимово. В настоящее время проводятся еще также патрулирование маневренными группами на подведомственной территории управления. Ежедневно данные передаются в единую диспетчерскую службу. В июне месяце проведено грейдирование дорог по улице Ленина в деревне Лисава, улиц Молодежи, улица Совхозная, Первомайская, села Мостовского. Также проводится конкурсная процедура на ремонт дороги по улице Пушкина, улица Заречная, села Мостовского. В рамках обслуживания уличного освещения в селе Мостовском проведена замена 5 светильников. Проведено празднование Дня села 18 июня 2022 года. При проведении праздника участвовали творческие коллективы сельского дома культуры села Мостовского и Сосновый Бор. Проводились различные увеселительные конкурсы, была организована выездная торговля. Также проведено памятное мероприятие 22 июня 2022 года, День памяти и скорби. Присутствовали на данном мероприятии жители села Мостовского, прихожане церкви Петра и Павла села Мостовского. В настоящее время проводятся работы по подготовке к отопительному сезону, проводится замена теплотрассы отопления по улице Первомайской и подготовка котельной в селе Мостовском. Работы все проводит МУП Мостовское ЖКХ.